Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас продолжение обзоров на старых персонажей в какой там 85-й карты, хотел сказать, 70 какой, 4-й карты, и сегодня у нас старый пуш, как вы поняли по превьюшкам. Насколько я помню, этот пуш у нас является суммонером, и что, сегодня мы будем разбирать его способности, надеюсь, этот видос получится интересным. Ну и что ж, давайте возьмем пуджа. А, еще, кстати, сегодня мы соберем вот этот артефакт, так как мы не дособирали тогда все артефакты, а именно оставили для силача, ведь пуш это же силач. Соответственно, для силача нужно будет собрать какой-то интересный артефакт. И мы сегодня его соберем. Так, по пуджу, что у нас тут? Пудж у нас был суммонер, как я помню. Первая способность это у нас в АОЕшке воскрешать юнитов умерших. То есть у нас там, вот смотрите, в зависимости от уровня прокачки, 2, 3, 4, 5 и 5 юнитов можно воскресить. Когда вот они умерли, лежат, да, то есть вы нажимаете кнопкой, они поднимаются на определенное количество времени и живут, пока время не выйдет или пока их не убьют. Вторая способность, это у нас битлы, типа, знаете, как у Неруба, помните вот эти вот маленькие, типа, как скоробейчики, да, вот такие они вот есть. И, короче, с уровнем прокачки они становятся сильнее. Третий спелл, это у нас накопление, типа, таких, знаете, душ, которые мы выбрасывать можем и, короче, рисать их, то есть это в комбинации с первым спеллом. Но ультимейт, это лютая вещь, короче, маленькие такие летающие птички, которые, короче, наносят урон, и они имеют огромный евасин. При этом они, короче, живут они 60 секунд, но это все мы увидим, так сказать, сегодня в каточке. И что ж, сейчас у нас пойдут крипы, давайте, наверное, немного закупимся. Что возьмем? Ну, старый путь, значит, ПТ-ху. А, что там еще у нас? Мом, значит, да, вроде как бы надо бы. И погнали на центр, потестим наши спылы. Давайте минус ЛВЛ УП, наверное, 10 напишем сразу. Давайте лучше минус ЛВЛ УП АЛ 10 вот так вот сделаем. Ну, по идее, у меня сейчас уже 21, а у них 10, да, будет. Сейчас посмотрим. 11, да, лича. Хорошо, давайте притпшимся. Раскачаем все вот так вот. Я хочу, если честно, посмотреть третий спелл. Тут написано с уровнем прокачки, что сначала гули. Вы можете гулей создавать, потом рифлмена какого-то, потом таурена и... Хантерс, типа, но это там Луна была, насколько я помню. Ля, лич лютый, чайник закидывает. Так ты меня сейчас убьешь, дядя, не надо. Короче, вот такая тема. Давайте заюзаем, наверное, первый спелл. Опа, хорошо, мы подняли здесь гулей. Гули поднялись у нас, потому что, а, гуля и, короче, трентик поднялся. Ну, типа сумон, да, произошел. То есть, те, кто умерли здесь, как я сказал, они реснулись. И вот такие вот у нас появились сумонистые крипы. И можно, конечно же, подпушить. Ля, видели, этот гуль взорвался. Жесть. Ну-ка, я тебе сейчас покажу, где батя. Кстати, что самое интересное, этот пуш без хука, и этот пуш углубляется далеко в его историю. Как вы знаете, я делал уже давно гайд на пуджа, и, конечно же, в гайде на пуджа я рассказал, кто он сам по себе, этот пуш, и он убирает с поля боя, конечно же, убитых крипов и всякую прочую тему, и поэтому, в принципе, ему сделали здесь сумон, я думаю, поэтому... У нас вот такой олдовый пуджик. Так, но нам нужно восстановить хитпоинты. Мом включили, восстановили, как говорится. Давайте битлов поднимем, что ли. Ну, с вот этой, с гоуста мы не сможем поднять. Так, опа, вот такой битлик у нас маленький. 8 на 9 дамажка у него, конечно же. И он очень слабенький. Чисто фит-контора. Посмотрите, чисто фит-контора идет. Посмотрите на него. Причем мы их можем неопределенное количество. А, 8 штук. Да, все, я же об этом сказал. Неопределенное количество. В зависимости от уровня прокачки. Окей, погнали тогда. Сейчас мы настакаем их. Давайте тогда. Но смотрите, постоянно они становятся сильнее. Давайте четверочку тогда вкачаем уже. Если они становятся сильнее, то сейчас мы самых сильных создадим битлов, а то они такие. Фит контора просто. Не знаю, зачем было это сделано, но, наверное... Ну, я знаю, в принципе, помню, они закапываться могут, поэтому... Вон, смотрите, какой большой бетл вышел. Чисто битлюга. Сейчас мы насоздадим их и, короче, сделаем засаду какую-нибудь. Вот они могут вот так вот закапываться по ходке Б, короче. Давайте выкопаем и еще одного создаем. Хорошо, погнали у нас эти персонажики туда. Отлично. Так, и... А, слушайте, я же еще и лес, получается, могу резать, да? С первого спелла. А давайте сейчас проверим. Первый спелл мы, в принципе, поняли. И третий я буду сейчас прокачивать по уровням прокачки. Хочу посмотреть всех, кто там есть. Там 3-4 разных юнита, которых мы можем сумонить. Это давайте... Ну, первое, вот, окей. Мы прокачиваем эту способность, и у нас накапливаться начинают заряды. Заряды у нас накапливаются каждые 10 секунд. По идее, по идее. Так, вот, есть один зарядик, у нас гулька.
Гулька есть. Давайте тут воскресим вот этих. Можно ли кобольдов? О, кайф, прикиньте. То есть вы с леса. А ауры нету. Прикиньте, какой абуз был бы. А ауры-то нету. Ауры-то нету, ребята. Печалька. Хорошо, это мы сделали. Есть такое дело. Смотрите, у нас тут сумон пошел. Так, гулей мы уже получаем. Давайте их дропнем и создадим. Вот такие вот у нас гули появляются. Хорошо, у них 450 хп, они очень слабенькие. Давайте второй левел вкачаем, посмотрим, кто нам будет тут падать. После того, как мы, конечно же, прокачали эту способность. Там потому что разные герои. Так, вот этого пацана. Атакуйте, ну-ка, душите его. Душите, душите его. Он хочет мне нову дать. Ну-ка, задушите. О, снайперы какие-то, да? Хорошо, давайте снайперов поднимаем. А ну-ка, души его. Снайперы тоже 18 на 24 дамага. Тоже такие не сильно жесткие. Чуть подблочу. Не сильно жесткие. Ну, в принципе, вот такие вот, да? 18 на 24. Ну, чисто снайперы. Давайте еще одного сейчас создадим. Снайпера. Если честно, напрягает, что вот эта менюшка, она сразу же закрывается и такое себе. Так, мы тут подняли гулей и снайперов. Давайте теперь создадим тауренов. Сейчас таурены у нас будут накапливаться. О, ерцбрукеры. Хорошо, давайте центральную сломаем и будем уже прокачивать ультимейт. Ну и чуть-чуть погодя, соберем артефакт. Сейчас разберемся с сумонами. Но, если честно, очень интересный пуш со своими фишками. Так, таурены у нас есть. Сейчас дропнем тауренов. Третий таурен будет. Хотя можно, в принципе, всех пять накопить. Всех пятерых, нет, 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 пожалуйста, не надо, лич, лич, не надо. Я знаю, что ты серьезно настроенный молодой человек, но давай вот так вот, таурены, вот они. Че по способностям? Ничего по способностям, к сожалению, таурены не имеют у нас способностей. И это печально. Давайте на базу сходим, таурены пока накопятся, но они такие жирные, 1200 хп и прикольно. Так вот, ребятки, по истории героя, этот герой с поля боя убирает мертвечину. Это было еще с истории Пуджа. Он, когда вот, знаете, поле боя засеяно, так сказать, мертвецами, трупами, он убирал все это. И, конечно же, исходя из этого, скорее всего, ему сделали вот такую приколюху, что типа он тут Old Пудж, это такой суммонер. То есть, соответственно, все, что он собирал, он может воскресить. Наверное, так как. Ля, они взрываются. Короче, по окончании или по смерти они взрываются, эти крипы. Так, Огоракс, можно мне? А че я не могу Огоракс взять? А в смысле? Подождите. Я не могу Огоракс взять, посмотрите. И... А можно тогда я Пуджу уложу вот так вот? Получится? О, спасибо. Странная тема, почему я не могу брать. Так, там у нас Энигма, там Блэк Холл и Розы. Ой-ой-ой. Так, ну что, дропаем и поднимаем всех. Опа, восстали из мертвых. Погнали. Мом включили, побежали. Так, проблочить надо будет, да? Нет, не получится. Стой! Стой, подожди, у меня ни замедления, ни хуков нету. Пуш без хука, это нуб. Ты куда пошла? Ай, блин, жесть. Давайте теперь четверочку вкачаем. И сейчас насумоним, вот у нас луны появляться будут. И надо по топу сломать, наверное. И сейчас будем ультимейт вкачивать. Ультимейт тоже интересный. Тут давайте вкачаем. Но тут, смотрите, по уровням прокачки только дамаг у них увеличится и уменьшается КД. Давайте сразу троечку и будем создавать. Тут, кстати, есть квиккасты, типа вы можете постоянно, то есть Пуджа можно поставить на квиккасты здесь и создавать вот этих скоробейчиков. Но чисто, знаете, душить сумоном и пушить. Давайте один лайн оккупируем вот так вот и дойдем до Т2 просто. Сейчас дропнем лун, воскресим, давайте Т, хоткей у нас, да, воскресили лун и посмотрите, какая суета. Это тоже можно на хоткей поставить. И ресается у нас вот такие вот маленькие птички, ее даже тяжело выделить. Посмотрите, такая маленькая, интересная какая-то вещь. И он постоянно их создает, Пудж. И, короче, они лютые тем, что они имеют, ну, небольшую скорость атаки, в принципе, небольшую. Но у них Евасион 80%. Их очень тяжело убить. Так, а мне ХГ ломают, извините, я должен идти, товарищи. Ну, вы по топу разбирайтесь тут. Так, вот это давайте еще на квиккаст сделаем. Все, ребята тут разберутся. Погнали. Все, пацанов по топу отправляем, пусть они тут... Ну, жесть, посмотрите, я без читов, просто этот весь сумон, без читов, весь сумон вот этот вызвал. Это жесть какая-то. Так, а тут что, надо поднять кого-то, да, на деф? Хорошо, хорошо. Мана кончается очень быстро, кстати, на Пудже, тут на ману что-то надо. На ману что-то надо. Так, ребята там ломают Т2, вот этих пацанов туда тоже. Сейчас, чувствую, нам ХГ будут заходить уже. Хорошо. Ребята ломают там. Ну, я буду дефиться тут. Просто мертвечину буду поднимать и все.
Ну-ка, ребят, ломайте просто. Хорошо. Ой, меня тут душат. Ну, мом нажали, побежали. Знаете, такое есть. В простонародье. Хорошо. И я им ХГ сейчас тут буду ломать. Пусть тоже там не АФКшат. Но жесткие, кстати, вот эти скоробейчики какие-то еще. Маленькие, вот эти ультимативные. Они жесткие, рили. То есть по ним просто не попадают. Они, в принципе, не сильно душат. Но смотрите, ХГ как падает. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Очень интересно. Так, а что тут на миду? Давайте дропнем луны. Надо дефиться. Где глиф? Можно глиф. Спасибо. Лун дропаем. Можно дропнуть ал. Поднять. На тэшечку. Ой, не то подняли. Ну да ладно. Ну да ладно. Сейчас еще раз постараемся поднять. Надо подойти поближе. Надеюсь, успею, потому что скелеты, трупы эти исчезают. Давай, давай. Я не успел, прикиньте. Все, что я накопил, я потерял, к сожалению. Жесть, а эти тут спокойно ломают. То есть они ничего не могут им сделать. Они по ним не попадают. Просто. Ой, жесткая тема. Ой, меня тут убивают. Подожди, не надо. Жесть. Я пока там с умоном игрался, меня задушили. Ладно, топ я сломаю, окей. В общем, такие у нас сумоны какие-то. Но, если честно, очень лютая тема. И вот эти вот сумончики летающие с ультимейта. Это реально борзая фигня. И что ж, давайте, наверное, приступим к небольшому читингу. Минус голд. Давайте голд. Вот так вот сделаем. И посмотрим, что там нам надо. Вангуард, Худсол, Бусер и Бладстоун. Нифига себе, Бладстоун надо. Давайте их чуваков этих на деф пришлем, ребята. А то что-то нам ХГ там бьют. ХГ бьют, но я даже ничего не выделял. Оу, сюда. Сейчас сделаем мы дефом тут. Чуваков этих сумонистых. А что, можно сюда, ребята? Пожалуйста. Так, дроп у нас накапливается. Ох, что-то СФ. И отсюда. СФ, конечно, жесткий. Так, а можно нам немного вот этого сумона здесь, на базе? Вон, они птички эти маленькие, ну, по дамагу, блин, но они их хрен убьешь, короче. Так, хорошо, это мы тут распаунили. Этот СФ, с руки тебя буду убивать, дорогой мой. То есть он там мобильный СФ очень. ПТХ бежит как бешеный, вон, они промахиваются просто. Так, нужно задефиться. Все, есть. Что нам нужно там, худы? Давайте сделаем тогда по старой традиции артефакт, который нам дает блинки. С, Т, С, даггер. Нет, это, по-моему, не надо. Два даггера просто, да? Нет, не помню. Как, сапог нужен, да? Все, сапог, два даггера. Точно, сапог, два даггера. Я уже совсем забыл, как нужно этот собирать. Так, далее. Нам нужны там ВГшки. ВГшки нужны. Значит, ВГ, я помню, собирается у нас. Кольцо у нас там, да? ВГшка, хорошо, сейчас ВГшка, значит, ВГшка, худ как тут собирается, это старая версия, может быть как-то по-другому худ будет собираться. Где у нас наш капюшончик? Вот он, так, клака, ринг и хорошо, также собирается. Минус ре, рефреш, вот так, да, значит, хорошо, давайте кольцо. Клака, это выкладываем кольцо. Хорошо, это мы собрали. Я, не смотрите, я не могу поднимать почему-то. О, поднял. Очень странно, но артефакты дропать на землю нельзя. Что там еще нужно для этого артефакта? Нужно этот арт посмотреть и заканчивать уже, потому что серию растягивать не варик. Так, Вангуард, Худ, Сол Бустер и Бладстоун. А как Бладстоун у нас здесь собирается? Персеверанс, да, хорошо. Через Персеверанс, то есть все можно собрать в том магазине. Хорошо. Давайте это дропнем, это засумоним и на мид. Хорошо, и это тоже на мид. И это на мид, у нас там все вот эти поумирали почти. Прикольная вещь на самом деле, жесть. Так, ладно, собираем ПТ-ху, скидываем. Смотрите, я еле-еле могу поднимать что-то с хитбоксами. Так, раз, два, три, раз, два. Хорошо, и солбустер нам нужен, это вот эта вещь. Все, у нас получается такое. Какой-то щит с жесткой силой. Ну, что, дает неуязвимость по нажатию? Дает 1200 хп, дает 800 маны, 3% хп and мана регенерации, 20% шансов, реверс дэмэдж, нанесенный урон в хп и реинкарнацию дает. Чего? Это что-то вообще лютое. Давайте нажмем. А, не нажимается он. Подождите, он не нажимается, но мне нужно статусы видеть, да, я не вижу нифига. Короче, он дает пассивный реген лютый, как вы видите, этот артефакт. И дает какую-то еще, походу, реинкарнацию. То есть, ну, смотрите, КД нету. Я так понимаю, когда мы умираем, дает реинкарнацию. Это понятно. Хорошо, с этим разобрались.
Но там еще написано что-то про reverse damage. Reverse damage taken and... Типа полученный урон в дамаг, что-то такое. 20% шанс... А, 20% шанс вернуть, типа, нанесенный урон в хп, получается, что-то такое. Ну, не знаю, вроде как-то... Что-то такое, правильно вроде читаю, не знаю. Я не супер овер английский знаю. Но если что, разберемся поподробнее. Сейчас сделаем. Давайте рефреш, и можно идти в центральную. Разговариваю с леориками тут. Я думаю, меня не убьют. У нас есть шансы вернуть нанесенный урон в хп. Да, да, возвращается хп у нас. Посмотрите, у нас порой скачет хитпоинт. Это 20% шанс возвращения урона. То есть, ну как, возвращение. Переворачивание, то есть реверс, да, там. То есть не переворачивание, ну вы поняли, короче. Короче, лютая тема, очень жесткий артефакт. При этом это еще и Аегис, как я понимаю. Так, ну нас тут убивают, надо что-то нам создавать. Тут сумоны, давайте драться. И надо сдохнуть, чтобы посмотреть Аегис. Так, Black Hole дает лоу хп. Живет пуш, посмотрите, какой лютый артефакт. Мало того, что свои хитпоинты, как бы, да, супер хп реген, так еще и есть возможность... преобразовать этот урон, то есть нанесенный дамаг, в свой, так сказать, хп. Вон, смотрите, я с этого, с бласта леворика уничтожился. Хитпоинты. Даля, что-то у вас тут очень много. Да, Аегис есть, это жестко. Это жестко, что-то как-то, но это прикольно. Честно, очень жесткий артефакт. Так, давайте мне, пожалуйста, на деф что-то. А можно сумончика поднять? И задушить кого-нибудь? Если честно, этому пуджу нужно какое-то замедление. Потому что нету особо урона жесткого с руки. И типа только замедлениями какими-то воевать. Так, поднимаю. Я постоянно не могу этот хоккей прокликивать. Жесть. Короче, этот артефакт это Аегис. Просто бессмертие. Но это жестко. 90 секунд КД. То есть получается, если еще Аегис взять, то это будет жестко. Так, у нас тут ребята стоят. Вот они все мои пушеры. Не знаю, что они тут делают. Почему они стоят просто. Это ГГ. Так. Чуваки, можно мне тут не ломать? Я, короче, решил без всяких жестких артефактов, типа, заканчивать. Почему нет? Деремся с... чисто как раки, деремся с оппонентами. С руки, жалко, нету замедлений никаких. Тяжеловато, на самом деле. Сейчас по миду пойдем просто, будем дропать всех. Так, хорошо. Птички наши летят, у них лютый обзор, кстати. Очень круто было бы сделать какой-то атос, наверное, для них. Бля, там убивают их. Но надо вот так на квиккаст. Все, и погнали по центральной заканчивать. В общем, прикольный артефакт, ребят. Честно, не ожидал, что такой арт будет. ХП регенерация, возврат хитпоинтов. Ну, типа 3 ХП МП. Типа, а, тут, наверное, еще старый Бладстоун. Вот почему здесь добавлена такая ХП регенерация и прочие всякие приколюхи. Помните, как работал старый Бладстоун? Старый Бладстоун работал у нас так. Что у нас делалось? Короче, Бладстоун собираете, и получается так, что вы регените и ману, и хитпоинты. Если раньше от зарядов был только реген... если только сейчас реген от маны и... Господи, что я несу? Как же тяжело, если честно, записывать без стопов. В общем, смысл таков. Как у нас сейчас работает Бладстоун? Сейчас Бладстоун у нас работает так. Если вы накапливаете заряды, то у вас высокий манореген. Соответственно... Раньше было так, если вы накапливаете заряды, у вас вообще реген, то есть у вас все там в большой регенерации, в лютой причем. Так, ну поднимай, вот этого надо задушить, скелета большого, страшного. И получается, что раньше это был типа как тараска, не выключается и регенит, и чем больше зарядов, тем больше у вас регенерация. Это жестко, блин, я леорика не пробиваю вообще, надо читерить, пацаны. Что там еще? Давайте соберем что-нибудь еще читерское, потому что что-то я их не пробиваю. Что там у нас? Вот этот давайте. Сатаник, Буриза, Sacred Relic. Сатаник, Буриза, Sacred Relic. Сатаник, Буриза и что там у нас? Sacred Relic, да, у нас рапиру соберется. Сатаник, Буриза, Sacred Relic. Давайте рефреш сделаем, потому что нам нужно закончить. Сатаник, Буриза, Sacred Relic. В общем, кайфовый, если честно, артефакт. Я, если честно, не ожидал, что он такой. Будет, давайте вот это. Вот так вот, сатаник, буреза, вон, смотрите, не могу поднять. Вот, что это такое? О, поднял. Сатаник, буреза и sacred relic. Опа, есть, вот этим артефактом. Сегодня мы победим всех. Прыгаем, бах. Хорошо. И драться. Давайте драться. Мы вас победим.
Я с стана не могу выйти. Леорик душит. Что у него там? Непонятно, что-то у Леорика там. Все, пошел дамаг. Леорик теряется. Не понимает, что нужно делать. Хорошо. Хорошо. Слушайте, ну в общем, этот пуш прикольный. У него вот эти читерские имбовые какие-то летуны, по которым просто не попадают. Так, стой. Куда ты, дядя? У тебя ультимейта нету. Стой. Я тебя додушу все-таки. Хорошо. Лютая тема. Давайте сейчас зацумонимся просто на топе. Вот так вот сделаем. И сейчас с лунами, со всей этой конторой, мы доломаем им трон по топу, как я и сломал. Будет очень жестко. Нифига я лично в доту собрался. Так, создаем всех битлов, всю тему создаем. Битлз. Битлз создаем. Этих пацанов по миду, пусть они душат. Этих пацанов дропаем, этих создаем. Хорошо. Так как там ограниченное количество сумона, соответственно, мы не можем создавать больше. Если честно, этот пуш прикольный. Мне нравится. Но единственное, вот это чисто, знаете, по одной линии чувак такой идет. Так, я не понял, вы меня убить собрались? Хорошо, уничтожено. Хорошо. Но у нас еще Аегис есть. Это отлично просто. Ну и ломаем. Не знаю, прикольный пуш. Все равно. Дальше у нас там, по-моему, тоже кто-то. Чен у нас старый. И Гаргона еще. Если честно, пацаны, если хотите, я буду делать эти видосы. Да, это фаново. Чисто, знаете, покушать чаек, посмотреть, что герой делает и тому подобное. То есть, как бы, ну, не овер серьезные такие, знаете. А, я только этот квиткаст могу поставить или только этот. Понял. Дропаем. Создаем. Хорошо. Так, пацаны, ну вы меня не побьете тут. Я очень жесткий. Хорошо, эти чуваки там останавливаются постоянно. Надо их перекликивать. Жесть. У них таймлив, короче, их можно постоянно сумонить. Я так понял. Потому что их много. Вообще там, по-моему, количества нет. 88, last 2 секунды. Короче, постоянно он их создает. Постоянно создает. Но это опять-таки должно быть... Должно работать так. Сейчас, по идее. Убиваем. И да, создает, типа, знаете, из трупов. Также, прикольно. То есть вы можете просто спамить эту контору постоянно. Из трупов также создает он. Немного не разобрались, ну да разобрались. Нифига вы чё, пацаны, типа рэмпейдж сделать сейчас надо. Бах, дайте бахну. Вот так вот, хорошо. Хорошо, ну этот артефакт это, конечно, лютая вещь. Так, вот этого чувака надо... Блокуйте, блокуйте. Пичо, не блокуй. А ну задушите его. Хорошо. Ну вот такое вот окончание. Не знаю, ребят, на самом деле очень, очень сильный артефакт. Мне понравился именно возврат, то есть того дамага, который вам наносят в хитпоинты. Это очень годно. На самом деле это очень годно, честно. То есть напишите свое мнение по поводу этой темы. Ну и нравится ли вам старый пуш. Как говорится, пуш без хука не пуш, но тем не менее прикольно. Да, вот такая вот тема, ребятки. Вот такой обзор получился на старого пуджа. Напишите, кого вы еще хотите поскорее увидеть в обзоре. Ну и в целом, что может быть добавить, а что может быть убрать. Вот такая вот тема. Ну, как обычно, по нашей теме закончили катку с пушением трона. Все, ребятки, с вами был Ксаназис. До скорого.